Здравствуйте, в эфире программа «Вопрос служителю церкви». Здесь мы пытаемся найти ответы на те вопросы, которые вы присылаете к нам в студию в социальные сети. Я рад представить нашего гостя, доктор практического богословия, преподаватель Заокской духовной академии Павел Зубков. Здравствуйте, Павел. И вопрос, который я вам хочу адресовать, нам прислал Александр, 32 года. Вопрос звучит так. У меня вопрос к служителю церкви. Почему в христианстве Бога называют всепрощающим и вселюбящим, а при этом Он создал ад, и кто-то должен в нем мучиться? Угу. Это спрашивает нас Александр, 32 года. Да, спасибо Александру за вопрос. Действительно, вопрос очень часто возникающий в сознании людей, христиан. Да. Да, потому что мы видим несоответствие, да, несоответствие. Почему того, есть что зло? Да. В жизни мы видим одно, а вот в Писании мы видим немножко другое, что Бог творец добра, творец любви, Бог источник жизни. Да. Почему сегодня люди погибают? Почему происходит бедствие и так далее? Да, войны. Да, но и здесь более. Он, Александр, интересует вопрос ада, то есть как Бог вообще сотворил идею вот ада, ад как мучение. Да. Я бы хотел здесь в первую очередь Александру возразить. Дело в том, что по библейскому учению Бог не творил ад. То есть если мы посмотрим на саму задумку творения, как Бог творил жизнь, то в мире, который творил Бог, не было места смерти и разрушению. Ну, это очевидно. Да. Возможно, да. Мы думаем, что так и есть, и верим, но, тем не менее, мы же живем в этой реальности, в этой действительности. И вопрос, почему в этой действительности это есть? Почему кто-то страдает, может быть, даже из-за свои поступки, может быть. Да. Кто-то и невинно. Да. Я бы хотел добавить, вот послание к римлянам говорит о том, что мучаются все. Мучаются все. Да. И написано не только человек, но и творение, и животное, и весь мир страдает и мучается. От чего? Потому что есть рабство и есть грех. И вот здесь я хотел бы показать, сосредоточить внимание Александра на первопричине любого страдания и любого проявления зла, а именно появление греха. Появление греха как грех, как разделение с Богом, грех как разрушение само по себе. Грех разрушает в первую очередь отношения. Разрушаются отношения и разрушается все остальное. Когда Бог, как источник жизни, был отвергнут нашими прародителями, после этого мы видим, как мучения пришли. То есть с самого начала, вот что произошло с Адамом и Евой. Первые последствия их нарушения, Господь говорит, в поте лица будешь есть хлеб твой. То есть уже элемент страдания, элемент мучения даже в повседневном труде, он уже появился. Но здесь, Павел, здесь и возникает вопрос, а почему? Почему нельзя было простить, например? Ну да. Ведь, согласитесь, проступок не такой уж великий, чтобы заслуживать такого наказания. Вот как раз и не соглашусь. Проступок на самом деле великий, потому что Господь сказал, не ешь от плода этого дерева, плода дерева познания добра и зла. Так. Человек осознанно делает шаг к неповиновению Творцу. И это неповиновение влечет за собой совершенно осязаемые последствия. Дело в том, что Бог предупредил человека об этом выборе. Он сказал, что не вкушай, а когда вкусишь, смертью умрешь. Вот здесь и появляется вот это слово, и вот эта идея приходит в нашу человеческую историю – смерть через непослушание. То есть это не, я понимаю вас, вы имеете в виду, что это не столько говорит о характере Бога, да, который наказывает, сколько говорит о неповиновении и выборе человека. Да? Дело в том, что это говорит и о характере Бога, о том, что Он всегда желал человеку дать, помочь ему сделать правильный выбор, но Он не мог за него сделать выбор. Другое дело, что даже во время существования, сотворения человека уже существовал дьявол. И об этом знали небожители. Поэтому человека, Бог пытался человека оградить как самым наилучшим образом от этого зла.
но мы видим, что человек добровольно выбрал и стал на сторону дьявола. Понимаете, есть такая вот тенденция иногда людей во всем винить Бога и сказать, что Бог ответственен за все. Ну, в принципе, у людей есть тенденция вообще всех винить. Всех винить, да-да-да. Да, Бога как причина всего, что ли, да, как ответственного за все. Дело в том, что дьявол, он не был сотворен Богом, как дьявол. Он стал им, опять-таки, в результате своего собственного выбора. И то зло, которое мы сегодня видим, очень зачастую это зло, оно становится злом, опять-таки, по причине выбора человека. Не потому, что Бог его сотворил, это зло, или совершил его, или как-то воспроизвел. Некоторые говорят, что вот из-за неправильных действий у нас какая-то отрицательная энергия накапливается в мире, которая потом производит большие разрушения, уничтожения. Самая большая отрицательная энергия – это человек сам по себе. Ну, хорошо, предположим, что так. Но вот главный вопрос – хорошо, мы предположим, что действительно наказание, может быть, было и несоответствующим, может быть, и более мягким, хотя многие люди говорят и о том, что это было жесткое наказание. Но огонь, ад, вот это все, не слишком ли жестоко? Да. Момент, который я хотел бы прояснить для Александра. Библия говорит об аде. И это слово устойчиво вошло в обиход христианства, среди христиан. Дело в том, что ад сам по себе, Библия, когда говорит об аде, она имеет в виду нечто другое, что сегодня люди имеют в виду. Ад представляется сегодня в основном как место мучений, как место, где будут страдать те, которые будут наказаны Богом в конце. А это неправильно. Это неправильно, да. Потому что нигде в Библии не говорится о том, что Бог мучает, будет мучить человека в аду. Да, или там будут черти на сковородках, или там еще какие-то ужасы. Нет, вопрос очень простой. Ад в Библии – это место небытия, то есть место, где отсутствует жизнь. Человек прекращает жить как живое существо, вот и все. Ад – это, по сути, могила, то есть небытие, тишина. Вот. И в этом смысле и Христос говорит, что вот когда он говорил за Лазаря, он говорил, что Лазарь не умер, он говорит, Лазарь уснул. То есть, ну а вот смерть, эти это как... слова «гиена огненная», это что означает? Да, гиена огненная, опять-таки, образ, который был очень понятен для людей, которым говорил Христос, это свалка, которая находилась за Иерусалимом, которая постоянно горела, потому что там выбрасывали мусор, и отвратительный запах оттуда исходил, и это место было, которым пугали детей. Но в богословии библейском мы не находим идеи, что есть место во Вселенной, в котором будут мучиться грешники во веки веков. Просто на том основании, что ад сам по себе отдельно от человечества не существует. То есть ад – это естественное последствие смерти. То есть смерть пришла в наш мир, и, соответственно, пришел ад. Но если мы обратимся в послание к Коринфянам, первое послание к Коринфянам, 15 главе, апостол Павел говорит очень ясно об аде. Он говорит в 15 главе, 55 стих. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» То есть речь идет о том, что когда придет Христос, Павел говорит, что мертвые воскреснут, и вот этот момент воскресения мертвых воспринимается как победа над адом, то есть над могилой. Люди были скованы этой могилой, люди были в небытие, и Господь их вызывает к жизни. Это и есть победа над смертью и над адом. Поэтому, объясняя вот этот момент, связанный с адом, мы должны хорошо понимать, что, во-первых, не Бог творец этого ада.
что это являлось последствием выбора и непослушания человека, последствием греха. Во-вторых, что Бог никогда не творил вечные муки. Вот. А вечные муки – это, скорее всего, муки, которые происходят сегодня и в этой жизни. Люди очень страдают и мучаются. Как таковые вечные муки, как наказание за грех, не существует. Угу. То, что мы знаем, наказание за грех, это вторая смерть написано. Вечная смерть. Тоже не бытие, но уже навечно. Уже этому обратного возврата нет. Угу. Понятно. Ну, хорошо, Павел, если вы говорите о том, что ад – это не бытие, да, то есть это смерть, то по какому принципу, по какому критерию кто-то заслужит смерть, кто-то жизнь, то есть как это определяется? Да, вот здесь мы опять идем, приходим к выбору человека. Человек определяет своей жизнью, своим поведением свою вечную участь. Угу. Потому что Писание говорит, что от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. И Господь говорит также в Ветхом Завете, за каждое дело все Господь приведет на суд. Тайное оно, явное ли оно, все будет приведено на суд. Конечно, очень важно отметить, что человек может пройти такую точку невозврата, когда уже в принципе изменить что-то в своей судьбе невозможно. Такой грех, Библия говорит, как грех хулина Духа Святого. Но это уже другая тема. Но хотелось бы заметить, что все мучения, все страдания, которые происходят, происходят по причине выбора человека. И это накладывает на нас определенную ответственность. На нас, а не на Бога. Бог также несет ответственность за то, чтобы все творение искупить и спасти. И настоящий характер Бога. Вы понимаете, здесь вопрос характера. Когда Александр спрашивает вопрос, почему есть любящий Бог с одной стороны и есть ад с другой стороны, да, бросается вызов фактически. Вопрос звучит так. А вообще Бог любящий или нет все-таки? Ну да. И этот вопрос во Вселенной звучит все это время. Угу. Писание четко на этот вопрос отвечает. Да, Бог любящий. И Он это доказал, когда пришел Христос и умер за все человечество. Но дьявол по-прежнему старается людей убедить в том, что Бог все-таки гневается, что Бог накажет очень строго. И очень часто используется это как мотивация тому, что вот ты старайся жить правильно, а то потом будешь гореть в аду. Да? Mm-hmm. Или там определенные поступки, люди, которые совершают определенные поступки, ну, придется им гореть дольше в аду, чем другим, отнимают чью-то жизнь или что-то еще. Ну да, я согласен, да, что это не мотивация для послушания. И все-таки никакой человек, наверное, себе не хотел бы страданий, чего-то такого, что могло бы сделать его жизнь невыносимой. Ну, конечно. Почему же все-таки кто-то будет по эту сторону, а кто-то будет по эту сторону? Угу. Кто-то на этой стороне, скажем, а кто-то на другой стороне. Если все-таки сущность человека, чтобы выбрать себе лучшую жизнь. Все зависит от того, насколько человек поверил в Божью любовь или усомнился в ней. Мы можем быть просто бояться и верить, и Христос говорит, и бесы веруют, и трепещут. То есть одной веры недостаточно, нужно жить в любви и доверять любви Божией. Я бы хотел еще заметить, что, кстати говоря, об аде, книга Откровения дает нам очень хорошую надежду. И хотел бы зачитать этот текст, потому что весьма важный текст. 20 главе Откровения, в 14 стихе. Вот, Александр, отвечая на ваш вопрос, вот Библия четко говорит и ясно, определенно. «И смерть, и ад повержены в озеро Огненное». Это смерть вторая. То есть Господь собственноручно в конце истории Земли уничтожает ад. То есть все последствия греха будут уничтожены. Все последствия греха. И те, которые выбирают сегодня грех,
также будут уничтожены, и написано это смерть вторая. Вторая смерть в Библии называется смертью вечной. Угу. Вечная в смысле ее необратимости, уже обратного процесса быть не может. Но благая весть и надежда для нас заключается в том, что, выбирая жизнь, мы получаем жизнь вечную, а не смерть вторую. И книга Откровения также говорит, что побеждающий грех, он не потерпит вреда от второй смерти. Поэтому слава Богу, что у нас есть надежда. Но еще раз хотел бы подчеркнуть, что мы не должны никогда сомневаться в основе характера Бога. Это любовь. Ни ненависть, ни желание отомстить. Иначе Христу нечего было делать на нашей земле. Он бы просто позволил всем нам погибнуть, и все. Вот это был бы ад, если бы не было Христа настоящий, как мы его себе представляем. То есть, если подытожить вкратце, Павел, если подытожить ответ, все-таки, почему в христианстве, называя Бога вселюбящим, при этом все-таки существует, ну, как вы говорите, хорошо, нет мук, нет огня, но есть, существует смерть. Да. Почему? Да. Смерть существует, потому что есть непослушание воли Божией, непослушание воли Творца. А Господь сотворил нас для того, чтобы мы жили в рамках того мира и той свободы, которую Он нам дает. Если мы хотим выбрать что-то еще, то уж извольте, мы тогда будем страдать. Вот. У нас просто нет другого разумного выбора, который бы нам обеспечил благословенную, хорошую жизнь. С другой стороны, страдают все. Я это уже прочитал, что и люди, знающие Бога, и любящие Бога, также страдают, да, потому что есть грех. И слава Богу, что однажды Господь положит ему конец. Спасибо, Павел. Спасибо за ваш ответ, то, что вы были у нас в гостях. Дорогие друзья, мы благодарны за письма, которые вы присылаете нам, за ваши вопросы. Пишите нам в студию, в социальные сети, мы будем рады искать на них ответ. Всего вам доброго, до свидания.